Здравствуйте, мои зрители. Прогноз для скорпиончиков на апрель 2021 года. Что ожидает скорпиончик в апреле? Значит, мне показали такую картинку, что падающий человек упал на колени и как-то так ползет. Вот. Что это означает? Это говорит о том, что какой-то конфликт, падение будет. То есть очень сложный месяц для скорпионов. Конфликт дома, на работе. То есть смена вот как-то вот работы, смена деятельности, вот раздор в семье, вот как-то такое. То есть как-то старое отпадает, а новое должно что-то войти. Вот это вот происходит, какое-то как падение. И в деньгах должно быть падение, то есть смена сферы деятельности, то есть временное падение по деньгам. Как-то вот весь месяц будет скорпионов колбасить. Колбасится во всех направлениях, в деньгах, семейных, рабочих. Но это еще говорит о том, что это как месяц, как испытательное испытание. Ничего не бывает просто так. Возможно, вы где-то сами накуролесили, на работе или в отношениях в семье, и вот это сейчас вот это вскрылось, это все, и происходит как бы вот какое-то такое падение. То есть это как бы не только падение, еще как в наказание, вот как-то так вот этот месяц идет. Так что держитесь, проходите свои испытания и идите дальше. Всем пока!